Небольшой обзорная небольшая экскурсия, вот по этому объекту, где мы с вами находимся. Значит, у нас вот это вот место, оно в своем роде достаточно уникальное, вот, потому что аналогов, ну, по крайней мере, нам, подобных мест, мы просто таких аналогов не знаем. Конечно, в городе Москве и в других городах России существует центр профориентации, но их работа, она, как правило, сводится к тому, что это некий центр, который организует экскурсии на какие-то другие предприятия, просто там бесплатно, не платно водит туда молодежь, вводит экскурсионную программу, там, чтобы дети понимали, кто как работает. Вот. У нас это место целевое, вот, и заточено под конкретное предприятие, под московский метрополитен. Надо сказать одно, что московский метрополитен в целом проблем с набором персонала, ну, не испытывает в принципе. Вот. Например, чтобы попасть на курсы машиниста к нам, надо там какое-то определенное время, порой до нескольких месяцев, даже в очереди стоять и ожидать специалистов, пока тебя направят на эти курсы, поставят на обучение, потому что, ну, объем желающих очень большой. Это связано с высоким достаточно уровнем заработной платы, с социальными гарантиями, которые метрополитен предоставляет всем людям, которые работают на нем. Вот. Много разных факторов, работа в метрополитене, она, в принципе, не так престижна, достаточно востребована. Вот. Однако, как показывает практика, и личный опыт, ну, большого количества людей, которые здесь давно работают, вот, наиболее эффективная отдача, вот, от тех людей, которые пришли на метрополитен не только за деньгами, например, да, и за отпускными, там, и за хорошими там, какими-то социальными условиями, а которые пришли на метрополитен, потому что они, короче, это предприятие еще с детских лет любят просто душой. Они к нему прикипели, такие, так сказать, фанаты. Они в своей работе мотивированы не только какими-то там финансовыми благами, вот, но еще такими другими вещами, вот, ну, не позволяющими просто делать свою работу плохо. Вот. Поэтому у нас родилась такая идея буквально там в конце марта, вот, в начале апреля этого года. Вот, здесь у нас было большое помещение, это была когда-то проект часть просто пассажирской зоны станции. Вот. И вот мы буквально там за полтора месяца юбилей, к нашему юбилею московского метрополитена, к 80-летию, мы сделали вот такое вот место. Вот. Значит, центр профориентации, это, ну, то есть, его задача предполагает собой, чтобы человек, который сюда попал, вот, увидел и понял, что московский метрополитен — это не просто место, вот, где работают какие-то люди, которые переводят пассажиры, да, а что метрополитен — это организация с большой историей, с глубокими традициями, что в ней работают люди, люди разные, интересные, что, ну, то есть, чтобы воспринимали не как некий объект какой-то, а как субъект, то есть очеловечить московский метрополитен. Вот. Потому что на самом деле так оно и есть. Но организация очень традиционная, с глубокими корнями, с большой историей, которую можно любить. Вот. И это не обязательно, что у нас здесь мы позиционируем работу этого центра как такой формат 12+. Но не 12+, там, до 18, а до любого возраста. То есть любой человек, который может попасть сюда, там, неважно, независимо сколько ему лет, он может вот эту вот симпатию в себя впитать, короче говоря, и попасть работать к нам в итоге. Вот. Мы планируем здесь в ближайшее время, в краткосрочной перспективе, открыть такой отдел, филиал, как бы, центра подбора персонала метрополитена, чтобы человек, который сюда попал, погрузился, и сразу вот тебе, пожалуйста, заявление, короче, если есть вакантная должность, можешь написать. Ну, то есть, как бы, сделать все, вот, все в одном. Вот. Значит, для этих целей, для этого всего мы создали здесь вот такую вот экспозицию, которую вы здесь видите. Вот, которая, ну, вот, показывает то, что все, что я сказал, что метрополитен — это люди, метрополитен — это традиции, метрополитен — это очень серьезная структура, где, кстати, любой, кто сюда попадает, опять же, да, может увидеть метрополитен совершенно с другой стороны, с обратной. Вот, у нас здесь много таких вот вещей, которые показывают, как на самом деле работает метро. То есть то, что выставлено здесь, обычный пассажир, в принципе, в большинстве своем, ни при каких условиях просто не может увидеть, не увидеть никогда. Вот. Ну, зонально у нас это разбито, вы уже видели, как мы все здесь прошлись, я сейчас в комплексе вас проведу вот, в течение там, 5-7 минут, поэтому тут у нас большой кинозал, зал демонстрации, у нас накоплен очень большой архив разного рода документальных, полухудожественных и художественных видеоматериалов, которые связаны с работой метрополитена, с его историей там, и так далее, и так далее. Здесь мы демонстрируем, то есть здесь у нас, как правило, экскурсии, если у нас приходят экскурсии централизованные, вот, они приходят и начинают работать здесь. Причем, да, экскурсии, кстати, вот, очень важный момент, мы проводим как бы двумя форматами. То есть у нас есть экскурсии стандартные для школьников, студентов по предварительной записи. Кроме всего прочего, мы в выходные дни, вот, не так, как сейчас, потому что будет неделя и лето, да, выходные дни, когда у нас вот конец мая, особенно там, мы более 600 человек в день сюда принимаем в один день, вот, собираются люди,
И вы знаете, вот как в музее, короче говоря, таких крупных делается. То есть, например, там в 13:00 начнется экскурсия. Кто желающий, он собирается, и мы проводим экскурсии такие, как бы, ну, хаотичным образом, скажем так, сформированные. Из тех людей, которые пришли сюда без всякой записи. Вот. Демонстрация. Здесь очень оригинальные стены, оформленные, как вы видите, да, такими коллажами из истории московского метрополитена и метростроя. Вот, это те люди, которые строили метрополитен, которые его запускали. Вот, они у нас всегда в памяти, в наших сердцах, про них здесь много сказано. И вот так вот последовательная экспозиция, которая здесь расположена, она начинается с первых проектов метрополитена, значит, в городе Москве. Планы по проектированию метрополитена начинались еще с 19 века. Вот. Ну, в итоге, как вы знаете, да, мы только в 30-х годах начали его строить, в 35-м году открыли. Вот. Ну, вот здесь вот представлены вот эти экспозиции. Я сейчас не буду внедряться в суть, я думаю, просто, чтобы не утомлять, потому что у нас сейчас с вами работа впереди. Вот, например, один из макетов, про который я говорил. Да? Что видит пассажир, когда приходит на метро, ездит на метрополитене? Это только вот эту вот центральную часть, пассажирскую платформу. А на самом деле, короче, все, что находится под землей, это вот этот вот целый крупный комплекс сооружений, инженерно-технических устройств и так далее. Узлы для откачки, вентиляционные шахты, там, устройства гражданской обороны, блокпосты управления движением поездов, эскалаторный машинный зал, там, ну и так далее, так далее. Это макет общий, и каждый из этих узлов у нас там дальше, он представлен уже в отдельности укрупненно, чтобы посмотреть, как он работает. Пойдемте дальше, пожалуйста. Эта наша часть, она посвящена своего рода подвижному составу, который эксплуатируется на метрополитене. Здесь мы видим вот эти два макета. Это самый новый подвижной состав на метро. Вот это вот самая последняя серия, вагоны серии 81-760. У нас сейчас ими оснащается московский метрополитен. Вот у нас... проходите, проходите, прямо не ожидая. Значит, макеты тележек. Это механическое оборудование вагонов, там, ну, то есть вот, ходовая, как сказать, его часть. Вот. Это у нас очень редкий, значит, макет тележки самых-самых первых вагонов, которые эксплуатировались на московском метрополитене. Вот. И вот там вот дальше, как вы видите, это макет 1936 года, выполненный из дерева. Это редкий, уникальный макет вагона Г. Это второй тип подвижного состава на метро. И вот, примерно, вот на основании этого макета уже делался сам настоящий вагон. То есть это его запустить, работа очень редкая штука, очень редкая, смотреть. Вот. Ну, здесь мы знаем, что московский метрополитен, вот, значит, имеет очень большое количество разного рода международных наград, посвященных архитектуре метрополитена. Ну, наверное, все знают, что там станция Маяковская, она называла гран-при на выставке в Париже, и, по-моему, в Нью-Йорке у нас вот остался историк рядом, сейчас не помню, в Париже точно, гран-при мы имели вот, на международной архитектуре. Вот. Значит, ну, вот это вот оригинальный диплом, который международный, который вручается московскому метрополитену, ну, как вариант, это вот образцы проекта станций, которые не были реализованы. Вот. Это очень редкий архивный кадр. Значит, вот, например, да, значит, у нас существует учебный центр московского метрополитена, который готовит рабочие профессии. Учебный центр метрополитена, он у нас ведет свою историю с 18 ноября 1944 года. То есть у нас основан через 9 лет после того, как открылся московский метрополитен. До этого кадры приходили с к электрифицированному участку Москва-Мытищи железной дороги, готовились там самостоятельно, и были курсы специальные вот в электротехникуме такой. И вот на этой фотографии, первый выпуск группы московского метрополитена. На этой фотографии вот здесь, вот он, Иванов Иван Иванович. Это первый машинист московского метрополитена с правами номер один, который вел первый поезд 15 мая 1935 года. Да, вот, вот это он. Ну, здесь много разных. То есть вот эти все люди, короче, вот, память которых мы помним, чтим, короче, и вот. Надеемся, что также когда-нибудь будем здесь висеть, что и нас не забудут, может быть. Вот. Проекты вагонов, вот. Плакаты, посвященные людям, которые стояли у истока строительства метрополитена. Лазарь Моисеевич Каганович. Как вы знаете, что до 50, не помню какого года, сейчас вот Михаил нам уточнит. 55-го, наверное. Пока Сталин не умер. Нет, там 57-й или 50-й, Сталин 53-й, так, если что. Это уже после было. Метрополитен носил имя Каганович. Метрополитен имя Лазарь Моисеевич Каганович, он так назывался.
Вот. Первая схема линии. Дальше экспозиция у нас точно. Вот, вот для всех как бы станции это станции. Да? Это места, где останавливаются поезда, где ходят пассажиры. На самом деле станции они все разных типов. Мелкого, глубокого заложения, разные тоннели, есть пилонные, колонные там, и так далее, и так далее. Вот здесь мы показываем макеты всех типов станций, которые применяются в Московском метро основных. Вот, пойдемте. Угу. Бывают бережковые платформы, бывают платформы на корабле. Вот. Это все выпуски первых. Все вот это первые кадры метрополитена. В музее Московского метро мы имеем, я вот сейчас не побоюсь этого слова, потому что я сам коллекционер, мы имеем уникальную коллекцию схем Московского метрополитена. Я их тоже собираю, но у меня 10% нет того, что есть у нас в музее. Схемы официальные, неофициальные. Вот здесь вот представлены самые как бы редкие образцы. Вот. Значит, самое первое мы ее уже прошли. Я сейчас покажу на обратном пути. Она, самая первая схема Московского метрополитена была, значит, опубликована в гениальной книжке, которая имела просто гениальное, с моей точки зрения, название «Что должен знать пассажир метро». Она продавалась, и вот очень редко сейчас тиражи все раскупали. Что должен знать пассажир метро? А вот здесь вот, это тоже часть, это часть коллекции музея Московского метрополитена. С каждой станции практически у нас есть кусочки мрамора, гранита, кафельной плитки и разные облицовки. Ну, вот здесь он просто представляю, как это презентуется. Значит, станция чем отделана. Материалов очень много, более сотни материалов применялось в отделке в то время. Вот. Вот очень интересный тоже макет, который показывает структуру тоннеля Московского метрополитена. Несмотря на то, что он такой более-менее цивильный, такой новенький, это макет 60-х годов. Он был огромный, с такими деревьями здесь. Вот. Был совсем в старом ужасном состоянии, мы его немножко подлезли, отремонтировали, и вот теперь он до сих пор служит. Электрифицировали его, вот, очень красивый макет, здесь мы показываем, как все устроено, где какие места есть. И вот все эти места, которые мы видим здесь и там, вот они у нас здесь начинают быть представлены в отдельности. Вот, например, каждый знает, каждый видели, на улицах у нас расположены такие вот вентиляционные вот эти вот киоски такие, шахточки, видели, да? Они бывают разные. Я даже знаю людей, которые коллекционируют фотографии вот этих вот киосков, потому что их много-много разных типов. В центре они красивые, ну где-то ближе к области они там стандартные какие-то, короче, говоря. Начальник приехал, ну сейчас мы здесь закончим, конечно, да. Предупредить. Вот, да, спасибо. Значит, на самом деле, как это устроено, что под ним скрывается? Под каждым киоском существует большой шахтный ствол, вот, по которому кроме воздуха идут еще и кабели высокого напряжения с тяговых подстанций, и воздух через большие-большие двигатели, они примерно вот такой вот высоты, вот такого здоровенного диаметра, подается прямо в тоннель. Вот эти вот стены такие ребристые, это для того, чтобы шума не было. Потому что если не было этих стен, оглушало бы даже сквозь идущий поезд пассажиров, они достаточно так шумно работают, эти двигатели. Пойдемте дальше. Ну, здесь у нас с вами макеты контактного рельса. Это вот именно вот по этому рельсу идет высокое напряжение, с которого питаются двигатели электроподвижного состава. Макет гермоворот, это устройство гражданской обороны, которое вот открывается, закрывается там в случае, должны, по крайней мере, это делать, в случае какой-то опасности. Для того, чтобы такого не а вот свистящий звук поездов новых, которые подъезжают, это когда они об контактный рельс? Нет, это связано с тормозными колодками. А-а-а. Нет. Трение контактного рельса, там такие звуки не дают. Значит, здесь у нас небольшая экспозиция, посвященная метрополитену в годы войны. Про это я вообще говорить не буду. Метрополитены сделали подвиг. В 1944 году мы запустили третью очередь московского метрополитена, то есть выполнили запланированные объемы. Вот. Значит, много мужчин очень ушло на фронт, очень много добровольцев. Поэтому в метрополитене были целые колонны из женщин, которые состояли. Бригады, вот машинистами женщины работали очень активно, поэтому тут на женщинах держалось очень много в период войны. И как бы гордость метрополитена, в этом году у нас будет большой-большой макет вот этого здесь, вот, 2 метра почти будет длину, мы сейчас его заказали. Это бронепоезд Московский метрополитен, который был построен в 43-м году и участвовал, значит, в сражении, в битве на Прохоровке, это Курская дуга, то, что называется. Он вместе с другим бронепоездом такой же конструкции, безымянным, оборонял участок фронта в 20 километров, только 2 поезда, никакой поддержки больше. Они держались неделю и, расстреляв весь боекомплект, оставшись без патронов, его фашисты, короче, разбомбили. Вот. Но большинство людей осталось живых, слава богу. Макет откачивающей установки. Дренажная установка.
Ну, здесь, чтобы не заостряться, это у нас разные виды тоннелей и путевого развития на метрополитене. Фотографии здесь уже вот ребята преподносят экскурсии, рассказывают, какие они бывают там, и так далее, и так далее. Это, прошу прощения, санитарные узлы. Санитарные узлы. Везде есть санитарные узлы на случай гражданской обороны. Вот как они устроены, как функционируют. Значит, вот водоотливная установка. Вот. И это тепловой узел. Вот так вот выглядят узлы, в которых, значит... Вот. Вот это как бы батареи московского метро. Вот. Вот это вот. Натуральную величину. Вот. А, вот, кстати. Вот. Вот одна из женщин, которая работала в метрополитене, была инструктором женской колонии. Инструктор это как бы так, лейтенант. Инструктор. Дальше. Это уже наша вариация. И это наша коллекция пассажирской навигации. Места мало, будет больше. У нас будет крупный музей на заводе Войтовича. Там будет, в депо Нижегородска, там будет большой музей, там будет целая стена здоровенная, посвящена этому. Здесь что интересно? Вот эта штука. Это самый первый образец навигации на московском метро. Вот с 35 года у нас таблички висели именно вот в таких вот, в таком вот стиле. Таких. Вот это знаете, что такое? Вот сейчас на стене, на каждой станции висит, ну, линия. Ну там, от Пушкинской, там, я не знаю, до Выхина, короче, вот это самое. Вот так вот висели они. Вот их было много, они вот так вот висели. Пойдемте дальше. Значит, уникальный образец, в единственном экземпляре. Таких было всего два опытных образца автоматов продажи билетов. Вот, один у нас сохранился. Вот, хотели выкинуть, я его спас, короче говоря, вот. Металлолома, в рабочий совершенно, они не пошли в серию. Вот. Значит, здесь у нас большая экспозиция, посвященная службе связи. Телефонные аппараты, часы, пассажирская автоматика. Пассажирская автоматика в турникете, а раньше вот были такие штуки, помните, может быть, а кто не помнит, знает. Проезд метро это было 5 копеек. Вот. И чтобы разменять 5 копеек, например, 20, 4 пятачка. Вот. Они были трех типов. 15 копеек, 20 и 10. Часы реально работающие. Вот, все вот эти вот, все работает, ходят. Первые пульты управления движением поездов. Вот. Вот при помощи вот этих вот пультов в разные времена, значит, люди специальные, это значит, дежурный блокпостой, поездные диспетчера управляют движением на линии. Вот. А вот как это выглядит сейчас. Вот такие вот у них все программы, сейчас это на компьютере, они все видят, где находится поезд, какие показания светофоров и так далее. Самое интересное с точки зрения молодежи, как бы элемент нашего центра, это тренажер самого нового типа подвижного состава, вагоны серии 81-160. Вот. Вот здесь можно, каждый может попробовать себя в роли машиниста, даже вот молодой парень такой, короче, я без парантем сядет. Хочешь покататься? Ребят, посадите парня. Да не бойся ты. Застеснялся. Вот. Значит, без всяких проблем, короче говоря. Вот. Ну и пойдем дальше по другой стороне сейчас. Ну, коллекцию униформы вы видели, да? У нас здесь есть униформы работников метро, начиная с самых первых образцов 35-го года, и немножко униформы, которые передали нам наши коллеги из УВД Московского метрополитена. Вот это, например, тоже униформа 30-40-х годов, это вот то, что дядя Степа милиционер, короче. Дядя Степа, он был, ну, не офицер, короче. Вот. Ну, форма военная такая. Вспомните Валуев на открытии Олимпиады в Сочи. Помните, участвовал во все это? Ну, там регулировали движение вот именно в такой форме. Ключи от станции, которые открывали в московском метрополитене. Раньше при открытии каждой станции делали специальный ключ там, и так далее, вот оно есть. Все, докачиваем сейчас. Коллекция литературы. Лица метрополитена там и так далее. Сейчас я вам покажу уникальные коллекции значков, которые, да, вот, вещь такая трендовая, это факел, факел Олимпийского огня, который участвовал в эстафете Олимпийского огня и находился в московском метрополитене, вот, руководящие работники метро, вот с этим огнем и с этим факелом, вот это оригинальный образец, здесь у нас находится в коллекции. Это награды, которыми награждался московский метрополитен за разные трудовые успехи на этапе
Советского Союза еще. Небольшие выдержки из коллекции, значит, это у нас способы оплаты проезда. Это только не то, что крохотная, это микроскопическая часть, короче, того. Да, натуральные величины. Вот билеты раньше были с самого начала. И пробовали, вот видите, это вот такой был автомат по продаже жетонов, и были вот такие с дырочки, очень редкие жетончики. Но они не пошли. Это было тоже в 30-х годах, они не пошли. Поэтому пассажирская автоматика в тот момент не имела как бы такой конструкции устойчивой, как сейчас, она быстро ломалась. И было очень сложно ее было обслуживать. Вот, диплом выставки в Париже за станцию Сокольники, пожалуйста, вот Гран-при, пожалуйста, 37-го года. И вот сюда вот. Вот. Уникальные коллекции значков, уникальные, самые редкие образцы, особенно вот эти вот шесть, вот они. Шесть вот этих образцов, это самые редкие знаки, которые могут быть на метро. Стоимость некоторых там до 350 тысяч рублей достигает. Вот эти вот, раз и два, вот эти вот шесть. Это все частные коллекции, это коллекции наших работников, короче говоря, которые все это дело собирают. Ну и пойдем в те... Ладно, перейдем к начальнику московского метрополитена. Ладно, перешли. Я тебе обещал.